Если на платных стримах не будет играть инстасамка, то я не приду. А что какая инстасамка? Чего хочется? Вот это вот что ли, блядь? Вы про вот это, блядь? Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. По факту, кстати, это разъебнейший трек. Я сейчас без шуток говорю. Здесь дело в стиле, блядь, в музыке, в подаче, в отыгровке. Это разъебный трек для своей категории. Вот там, где он должен играть и где делаться, он прям разъебный. Это прям понятно. Хотя я такую музыку не слушаю, но я это понимаю. Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да. Я не скажу в ответ ничего на хейт. Я не скажу привет, если бабок нет. Не слышу любимый звук, это звон монет. А не там, где не рук, это мой концерт. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да, за деньги, да. Охуенно. Это я в Дубае, я еще отдыхаю. Да, я так богата, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, то тут королева. Я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанеру. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил. Завожу подруг, но за деньги. Гимн продажной недели, реально. За деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да. За деньги, да. Реально продажная неделя, блядь. Блядь. Окей. Нет, блядь, инстасам, конечно, охуенная. Я сейчас говорю это без подъеба и без рофла, блядь. Но она реально трахнула. Вот она начала заниматься музыкой. Ну, получилось, блядь. Получилось, и ее предыдущие треки многие, ну, блядь, вы можете угорать, но слушаются заебись. То есть вот в подаче и в этом, типа, охуенно. То есть просто зашла и разъебала, блядь. Ну да, но она ебет просто. Вот там 2 недели назад 2 миллиона поп-стар у нее что-то еще вышло. Вот здесь, то есть, ну, просто ебет, блядь. Разно. Еще... Еще? Ребята, регаемся на Винлайне, блядь. Обязательно регаемся на Винлайне, да. До 10 тысяч рублей. Получите ссылку, пожалуйста, в чат, блядь. Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Да-да-да. Я просто мне завидуете, я молчу. Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да. Громче. Я не скажу в ответ ничего на хейт. Я не скажу привет, если бабок не нет. Не слышу любимый звук, это звук монет. А не там, где не рук, это мой концерт. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Я еще отдыхаю. Да, я так богата, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки. Пусть не забывают, то тут королева. Я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанеру. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил, мне муж купил. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Да.
За день кита. Блять, смешно. Такс. Все, ладно, послушали. Послушали охуенную девочку. Теперь пора и честь знать. Да, заходим, обязательно ссылку, пожалуйста. Да. Поставьте на донат этот клип, уже это офигенно. А, ну, кстати, ну скиньте мне ссылку, давайте я запишу. Скиньте еще раз ссылку на этот клип. Мой концерт, не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю биты даже за деньги, да. Я подумаю, нет, потом, не нужно, скажу я сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Блять. Там был синхрон, блять. Реально? Не, по-моему, там не было синхрона.